Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного руководителя представительства Европейского союза в стране Петра Михалка. В рамках встречи официальный представитель ЕС выразил намерение Брюсселя продолжить партнерство с Баку на высоком уровне в различных сферах, в частности в области экономики, энергетики, инвестиций, инфраструктуры. Особо подчеркнув, что для Евросоюза в приоритете заключение нового всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Мы уверены, что это не только поможет расширить наше двустороннее сотрудничество, но и послужит дальнейшему укреплению экономики Азербайджана, повышению ее благосостояния и диверсификации. Европейский Союз заинтересован в стабильном, безопасном и процветающем Южном Кавказе в рамках восточного партнерства. Мы также готовы сыграть роль в укреплении доверия и построении мира. Если стороны заинтересованы, мы предлагаем использовать возможности нашего проекта, чтобы поделиться своим опытом в таких сферах, как делимитация и демаркация границ. Говоря о ситуации в регионе, в постконфликтный период президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил вклад, который Европейский Союз может внести в деле установления развития прочного мира и сотрудничества. Мы хотим перевернуть эту страницу. Это наша политика. Мы хотим наладить отношения с Арменией, нашим соседом. Мы готовы начать переговоры с Ереваном по подписанию мирного договора, проведению делимитации границ, открытия коммуникаций. Этот процесс частично начался.